Здравствуйте, дорогие друзья. Вопросы в Фейсбуке каббалисту Михаилу Лайтману. Понятие «реальный» и «вымышленный мир» определяются только самим человеком. Следовательно, они субъективны, а значит, спорны. Естественно, можно так сказать. Потому что никогда то, что постигается человеком, мы не можем сказать, что это объективно существует. Это ощущается в нем, а он меняется, поэтому это субъективно относительно человека. Это совершенно верно. Но ведь мы говорим о том, как мы существуем, в каком объеме, пространстве, времени, перемещении, мире, уровне и так далее. Поэтому каббала говорит о том, как занять совершенный уровень нашего существования, где нет никаких ограничений ни на какие наши побуждения, планы, развития, мысли, желания, наполнения и так далее. Когда человек во времени, в пространстве, во всем, что только можно себе представить, не ограничен ничем. К этому нас приводит каббала. Я думаю, это лучше, чем сегодняшний мир.